Здравствуйте, уважаемые. Ну что, пришло время серьезного босса. А я не знаю, сумею ли я его быстро победить или нет. Но то, что он гад дамаговый, да еще и двойной, спойлер, это сомнений не вызывает. Пойду попробую. Возможно, я вырежу все неудачные бои, а возможно и нет. Как получится. Посмотрим. Ладушки, вперед. Вот все бы было ничего, если бы не этот ваншот. Ну правда, ну зачем? Ну да, огонь, ну дышит, но оставьте один хп. Ну, нет, я понимаю, что от него надо убегать, или я вообще зачем его, чтобы блокировать. Но я не успел развернуться, тупо. Его либо лочить надо, что не всегда удобно, либо... Ну ладно, пойдем еще раз.
Ну, в общем, не так страшен черт, как его малюют. Третья или какая-то четвертая попытка. Я ничего не вырезал и не буду вырезать. Вот как оно есть, так и есть. Но я должен, конечно, сказать, что это, как сказать, на одном персонаже я его победил. Сколько там было попыток, сложно сказать. Это второй персонаж. Вот это вторая победа. В общем-то, сначала, конечно, он кажется ужасно сложным. Сейчас я могу сказать, ну, да, он такой себе непростой. Но то, что это самый клёвый босс в игре, ну, один из самых клёвых. Это по-любому так, я так считаю. Это ж сколько фантазии надо, да, чтобы сделать вот именно так, как оно есть, как оно выглядит. Весь этот туман, облачко, облака, как его назвать-то? Туман за облаками, вот пролетающий рыцарь на виверне, там, король. Ну, в общем, я в первом прохождении вообще сюда не дошел. Я убил эту древнюю виверну, но подумал, все, больше не будет ничего, и развернулся, ну так, чуть-чуть полазил еще. Развернулся и ушел, не дошел до этого места вообще, а потом увидел одного парнишки на ютюбе, что он бьется с каким-то, смотри, еще какой-то босс. Я очень удивился и пошел смотреть. Ну и когда дошел, был приятно удивлен. Ладно, это все лирика. У нас 80 тысяч душ и финальный босс. Вероятно, мы им сейчас и займемся. Ну, не прямо сейчас, надо вам еще туда вот сходить. Что-нибудь взять, может, добыть что. Ну, а потом пойдем. Окей. Thou returned, and a fine day it is. So, happened upon. Treat the fire keep she is much love.
Ah, well met. All is as planned. 5 lords for 5 thrones. Glory be, my lord slaying champion. It is all thy doing. The stage is set for me to play my part as lord too. Go, speak with the firekeeper. Ashen one. Oh, you've returned. I was hoping to see you. That crestfallen ass, Hawkwood, he handed me. He's changed a great deal since he left Graven of Face. Yeah. Well, now that, what would you have me smith today? Пятнадцать фляг с эстусом максимум. Weapons and protect, but when, but they take some. Prithee, be careful. I don't want to see my work. Undoubtedly, it, but who's to say that this? Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil?
passion, huh? Wait just a minute. Can't find him? Well, you could try looking a little. What's wrong with you? Now invade and come. Noble Lords of Cinder, the fire fades. And the Lords go without thrones. Surrender your fires to the true. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Thank you.
okay, the little creep. You know, in my home of I would be though to but if I got him. Oh. Ah, that I am pleased to have a pupil. Do not be gone for long. What is it? Do not be what it. Ashen One, for the Lords of Cinder, Link the First. Ashen One, are these art? How gracious of the very things we fire keepers. Ashen One, my thanks that fire keepers are not meant to. These will reveal through a sliver a world without fire. Ashen One, is this? Of course, I serve thee, and this will be our private affair. Stay thy path. Find lords to link the fire until the day of thy grand betrayal. Ashen One, the eyes show a world without fire, but 'tis different to what is seen when in the far distance, like precious embers. Left to us by past lords, could this be what draws me to this strangely enticing? Ashen One, if kill me, and I will return as the firekeeper I want as it has always been. Ashen One, if kill me, I was a... Mayst thou... Then I am a fucker. Mayst thou thy peace discover. Decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon.
this should as this is достал.
я не понял, как жечь-то? Нет, я еще хочу кое-что проверить. Блин, душ не хватает. Пойду нафармлю и вернусь сюда. Хотя я тут вспомнил, мы же не собрали. Я же лут не собрал. Пойду вперед сюда, говорю еще. Я оборзел.
Хи-хи-хи. Веселенькое заклятие. Девять тысяч есть, надо пойти очиститься. И ничего не произошло. Я думал, в человеческой форме дракон будет выглядеть по-другому. Ну, этот вот, козел этот. А нет, нифига. Потому что сейчас он выглядит как полый дракон. Совершенно точно. Может быть, надо что-то другое сделать. Не знаю. Ashen, I thou hast given. Ashen one, much like what lies with it, then let it find its own. She will understand. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Охренеть! 200 тысяч... 170 тысяч надо. Может, это из-за темной метки так дракон выглядит, козел. Но у меня 170 тысяч... нет. Если все продать только... Тогда, может, наберу. Mayst thou thy peace discover.
what bring more souls? Короче, я решил попробовать. Продал душу все в Осуцке. Сейчас попробуем. Mayst thou thy peace discover. Не знаю, может быть, надо заново надеть этот доспех дракона, превратиться в козленка. Но пока что ничего не произошло. А эту хрень как забрать? Что-то я запамятовал. Просыпайся, брат. Мы с тобой одной крови. Thank you.
перед тем, как закончить с ее великолепием финальной заставкой с титрами, я хочу от всего сердца поблагодарить создателей этого шедевра, который запомнится всем нам как величественный Dark Souls. Вы подарили нам истинное творение, великолепие, фантазию, эмоции, которые разбавили наше порой серое бытие. Вы подарили нам сказку, которой так не хватает в жизни многих. Спасибо вам, и восславит вас солнце. First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One. Hearest thou my voice still?